Впервые в Беларуси кардиологи и ортопеды совместно прооперировали два врожденных порока у ребенка одновременно – порок сердца и деформацию грудной клетки. У 13-летней пациентки из Гомельской области редкий диагноз – синдром Эллерса-Данлоса, так называемая гиперэластичность кожи. Именно эта патология привела к недостаточности митрального клапана сердца, а также в прямом смысле – воронки в груди. Уже сейчас, после 2 дней в реанимации, девочка находится в палате. До операции у ребенка были постоянные приступы. Ей было запрещено выполнять элементарные физические упражнения. Сейчас медики не исключают, что после реабилитации девочка сможет даже бегать без опасности для жизни. Когда мы делаем операции на сердце и протезируем митральный клапан, мы боимся кровотечения. Травматологи, когда исправляют деформацию, они, скажем так, изменяют костные фрагменты, которые кровят. И кровотечение может быть. И получается, вот на стыке вот этих двух, будем так говорить, риска кровотечения и необходимости кровотечения, благодаря вот просто организации этого процесса и подготовке, потому что мы с лета к этому готовились, достаточно неплохо все прошло. Операция прошла в столичном центре детской хирургии. Сейчас медики работают еще и над тем, чтобы после любой операции на сердце убрать аритмию, которая наблюдается практически у каждого пациента.